10 дней, возможно,34 спортсмена свесилось в этой весовой категории. И вот два сильнейших борца. В красном трико борется Базар Жалсапов. Представляет команду Республики Бурятия. Параллельный за счет Московская область. Ему 27 лет, мастер спорта. Мастер спорта международного класса, тренируется под руководством Бату Базарова, победитель первенства Европы среди молодежи. Лучшие спортивные результаты. Чемпион Европы 2009 года, обладатель Кубка мира 2010 года и чемпион международного турнира Гран-при Иван Ярыгин. Победил Нариман Исрапилов, Дагестан.